Вы смотрите «Новости губернии», в студии Евгений Долгих. Здравствуйте, главное к этому часу. Тотальный футбол. Государство вырабатывает новую стратегию развития спорта номер один, опираясь в том числе на самарские достижения. О чем говорили на президентском совете в Москве и какие предложения самарского губернатора одобрил глава государства, расскажем через несколько секунд. Импортозамещение в машиностроении. Самарская аспирантка разработала суперпрочное покрытие для инструментов и получила грант на развитие. Чем еще удивили молодые ученые экспертов областного конкурса, выяснили наши корреспонденты. Ограниченный тираж, эксклюзивное оформление. Четвертая серия специальных марок чемпионату мира уже в коллекции самарских филателистов. Тема – легенда футбола. Где такие найти, узнали наши корреспонденты. В Москве прошло совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и Оргкомитета «Россия-2018». Как отметил глава государства, совещание перенесли из Самары в столицу из-за погодных условий, но приехать в областной центр президент все равно пообещал. Добавлю, что Совет впервые был посвящен только футболу, обсуждались механизмы дальнейшего развития инфраструктуры, в том числе с использованием федеральных целевых программ, а также вопросы формирования дополнительных источников финансирования и развития профессионального футбола, включая повышение дохода от посещения матчей. Тема спорта, в частности чемпионата мира, актуальна для Самары. Глава государства отметил, в этот раз не получилось прилететь в областной центр. Но, цитата, съездим еще, посмотрим. Как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, в России футбол любят. Не обделен он и вниманием государства, поддержкой частных инвесторов. Но при этом достичь высоких успехов национальной команды не могут. С 1992 года сборная ни разу не прошла даже отбор на Олимпиаду. Значит, проблема в самой системе управления футбольной сферы, в организации отбора и подготовки перспективных ребят, в методах и формах работы с наставниками и с игроками. Очевидно, что нам нужна четкая, адекватная программа действий. И в этой связи предлагаю подготовить общенациональную стратегию развития футбола до 2030 года. Ну, конечно, нам нужно к 2018 году достойно выступить, подготовиться и выступить в 2018 году. Среди приоритетов должен быть рост числа занимающихся этим видом спорта, а также успешные выступления наших футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая, как я уже говорил, чемпионат мира 2018 года. Напомню, в Самарской области уже действует так называемая футбольная пирамида. Перспективные спортсмены из детских школ переходят в академии, юношеские команды и после уже в резерв и основной состав крыльев Советов. Президент России поддержал ряд инициатив рабочей группы, которую возглавлял губернатор Самарской области. Например, создать крупные общенациональные центры развития футбола. Николай Иванович Меркушкин выступил с основным докладом, в котором привел еще ряд мер, которые будут способствовать развитию спорта. Прививать интерес к футболу нужно с самых ранних лет. Что касается Самары, мы попытались уже в этом направлении некоторые шаги сделать. И по вот опыту скажу, что затраты здесь не очень обременительные, а отдача значительная. Мы сделали небольшие искусственные поля и просторные игровые комнаты в нескольких детских садах в новых микрорайонах. А дальше такие же площадки, как и бассейны, будем предусматривать во всех новых садиках. Такой же подход и к общеобразовательным школам. Необходимо, продолжает губернатор, внести изменения в типовые проекты школ, предусмотреть в них обязательное наличие полноценных футбольных полей. Нельзя забывать и о площадках рядом с домами. Именно так сейчас строятся новые микрорайоны в Самаре. Еще одна из проблем, на которую обратил внимание и президент России, это недостаток тренерских кадров и их низкая квалификация. По мнению губернатора Самарской области, эту задачу можно решить, создав специализированные кафедры в педагогических вузах. А в регионах, где этот вид спорта базовый, нужны межрегиональные штабы при подготовке детских тренеров и в целом центры развития футбола. Рабочая группа считает, что они должны появиться прежде всего там, где уже есть достаточные ресурсы, способные обеспечить преемственность подготовки футболиста, его спортивный рост. Имею в виду футбольные спортшколы и академии, свои профессиональные клубы, свои крытые манежи, как минимум 40 на 60, и, конечно, свой крупный стадион. И логично, если это будут регионы, где футбол входит в число базовых видов спорта, которые определил Министерство спорта.
При этом необходимо принять меры, которые не позволят переманивать перспективных игроков в другие регионы и даже страны. Должны быть предусмотрены существенные окупаемые компенсационные выплаты на законодательной основе. Иначе получается, что, например, известная во всей Европе Академия имени Коноплева воспитывает талантливых спортсменов, из бюджета области на нее тратится 100 миллионов рублей, а результатом пользуются не крылья советов, а ЦСКА, как было с Аланом Загоевым. Необходимо привлечь и дополнительные доходы на поддержку футбола, в том числе за счет разрешения рекламы на пиво и реализации напитка на стадионах. На совещании также детально обсуждали подготовку к чемпионату мира. Впереди много работы. Практически все вопросы у нас по стадионам находятся в стадии, так сказать, темпа хороших. Два стадиона вообще 27%, вот Самара и Мордовия, и Ростов-на-Дону, эти стадионы 27-28% уже готовности, средние 10-11%. В 63-м регионе сейчас активно готовятся к чемпионату. Самара-Арена примет один из матчей сборной России, возможно, даже решающий, 1/8 и четвертьфинал. Региону предстоит преобразиться, большие затраты идут на инфраструктуру. Мы при встрече с вами обсуждали тему, чтобы регионам, которые готовятся к чемпионату мира, посмотреть и, может быть, в исключительном порядке дать возможность увеличить долговую нагрузку. Еще лучше, если можно было поддержать регионы бюджетными кредитами, регионы, которые принимают чемпионат мира. Мы со своей стороны, Владимир Владимирович, обещаем вам сделать все, чтобы вы, как президент, вся наша страна, и мы, регионы, и многие-многие поколения наших людей гордились тем, как Россия провела у себя первый в истории чемпионат мира по футболу и какое великое наследие оставлено потомкам. Ольга Павловская, Александр Александров. Новости губернии. Индивидуальных предпринимателей освободят от налогов. Законопроект, который позволит микробизнесу региона развиваться в течение 3 лет без выплат государству, утвердили сегодня на заседании регионального Кабмина. Его провел первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Александр Петрович Нефедов. Рассчитывать на налоговую ставку в 0% в течение 3 лет смогут только начинающие предприниматели, которые заняты в оказании бытовых услуг населению, производственной, научной и социальной сферах. Инициатива позволит в том числе решить проблему занятости. На региональном бюджете это не отразится. Планируется, что налоговые сборы за счет программы могут уменьшиться максимум на 15 миллионов рублей. В соответствии с полномочиями, установленными налоговым кодексом, проектом закона установлено ограничение на применение налоговых каникул. Это ограничение средней численности работников не более 5 человек и ограничение предельного размера доходов от реализации в год не более 8 миллионов рублей. Говорим о необходимости изменения структуры экономики, но вот один из шагов в этом направлении является снижение нагрузки на бизнес, в том числе и на малый. Разработанный законопроект позволит поддержать начинающих предпринимателей. Кроме того, на заседании правительства также утвердили госпрограмму развития инфраструктуры градостроительной деятельности на территории области. Планируется, что она позволит создать благоприятный инвестиционный климат в строительной сфере. Опыт Самарской области возьмут на вооружение, причем в самом прямом смысле этого слова. Речь идет об итогах главных стратегических учений «Центр-2015». В них, напомню, приняли участие не только вооруженные силы, сухопутные войска, ВДВ и ВКС, но и работники органов федеральной и региональной исполнительной власти. В ходе учений проверялась их готовность к выполнению задач в условиях военного времени. Сотрудники министерств, ведомств и территориальных образований региона с задачами, поставленными в ходе учений, справились на отлично. При подведении итогов они получили награды от имени губернатора Самарской области. Этим учением руководил лично верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. Самарская область, она показала довольно неплохой результат. Опять же, это не мое мнение, а мнение командующего Центральным военным округом, мнение посреднического аппарата Генерального штаба и тот вывод, та оценка, которая прозвучала в ходе разбора у министра обороны. Сегодня в России отмечается День Героев Отечества, памятная дата, вернувшаяся в российский календарь в 2007 году. До революции праздник отмечался как День Георгиевских Кавалеров. К поздравлениям присоединился и губернатор Самарской области. Глава региона отметил, что из поколения в поколение наши соотечественники совершали подвиги во славу родной земли. Среди героев Советского Союза и Российской Федерации, героев социалистического труда, люди самых разных профессий. Но всех их объединяет одно важное качество – самоотверженное, бескорыстное и преданное служение Отечеству. Наш долг – помнить о подвигах лучших сынов и дочерей отчизны. Символично, что в год 70-летия Великой Победы наш традиционный парад памяти был посвящен именно героям Отечества.
И сегодня делегация самарских героев, а также родители и вдовы тех, кто был удостоен этой награды посмертно, отправились в Москву и Казань. Столица Татарстана в этот раз стала центром окружного праздника. Там полпред президента ПФО Михаил Викторович Бабич посетил мемориал «Книга памяти», а затем возложил венок к вечному огню Парка Победы. Честных героев Отечества мы развиваем гражданско-патриотическое движение и создаем условия для того, чтобы наша молодежь могла учиться, трудиться, создавать семьи под мирным небом. Но всегда помним о тех, кто выполняет свой долг на военных рубежах, выполняет свой долг на производстве, выполняет свой долг в народном хозяйстве и создает славу, создает основу для развития и процветания нашей страны. Сегодня на территории Самарской области проживают 2 героя Советского Союза, 5 героев Российской Федерации, 1 полный кавалер Ордена Славы, 32 героя социалистического труда и 7 полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Полномочный представитель президента организовал проведение мероприятий в Приволжском округе. В прошлом году у нас прошло торжество, День Героя Отечества, и это было 8 числа, в этом году 9 числа в Казани. В Самаре подвели итоги областного конкурса «Молодой ученый». В этом году заявки на участие подали более 80 человек. Это студенты, аспиранты и кандидаты наук. Какие изобретения определят в будущем вектор развития экономики и что кардинально нового предлагают участники, знают наши корреспонденты. Юлия Губарева с юных лет проявляет интерес к точным наукам. Это и привело девушку в политехнический университет. В 29 лет аспирантка – обладатель нескольких патентов на изобретения в области машиностроения. Ее разработки высоко оценили на областном конкурсе. У меня разработка направлена на улучшение качества инструментов покрытиями, непосредственно занимаюсь покрытиями. Но, как известно, у нас сейчас нацелено на импортозамещение, и основной целью является, во-первых, конечно, чтобы наши инструменты были более дешевые, вот, и, естественно, качество. И вот как раз наши упрочняющие покрытия, которые в нашей лаборатории, наноструктурные покрытия разрабатываются, они помогают улучшить качество инструментов, то есть это износ стойкости, вот, разные повышения. Конкурс «Молодой ученый» проводится уже в 7-й раз. Главная цель – поддержка талантливой молодежи, занятой в науке. Многие изобретения участников уже применяют на производстве. Именно большая часть на сегодня все-таки занимается фундаментальными исследованиями. Это, и в этом есть одна из задач, которую ставит и президент, и губернатор. О том, чтобы научные разработки, научные исследования все чаще превращались в разработки практического плана. Коммерциализация науки – это есть тоже задача сегодняшнего дня. Свои работы представили студенты, аспиранты и кандидаты наук. Всего более 80 человек. Победители получили денежные гранты от 30 до 100 тысяч рублей. Екатерина Алексеева, Александр Дмитриев, «Новости губернии». Ну и новости о тех, кто, возможно, готовит будущих ученых. Лучший учитель основ безопасности и жизнедеятельности, как выяснилось, живет в Хилково. В регионе завершился областной конкурс. Весь ноябрь педагоги проводили открытые уроки, делились опытом работы и методикой преподавания. Кто они, современные учителя ОБЖ, узнавала Мария Шпакова. Артур Вадимович – офицер в отставке. Свою военную карьеру начал в 1984 году. Служил в Германии, Таджикистане, на севере и в Самаре. После службы освоил совершенно новую для себя профессию – педагог. Уже 5 лет в самарской школе он преподает основы безопасности жизнедеятельности. Ну, так сложилось, честно говоря, даже не знаю, шел мимо раньше управления департамента образования. Ну, решил попробовать себя. В общем-то, ну, пошел на эксперимент. Ну, вооруженных сил тоже, в общем-то, я могу сказать, там никто особо место службы не выбирает. В аудитории 8 учителей ОБЖ. Все они профессионалы в своих школах и городах, финалисты первого областного конкурса «Лучший учитель ОБЖ». Он проведен по инициативе губернатора Николая Ивановича Меркушкина в рамках конкурса «Лучший учитель года». Конкурс, который уже себя хорошо зарекомендовал, учитель года, но участников учителей основ безопасности жизнедеятельности в конкурсе, как показывает практика, нет. По итогам двух этапов конкурса, очного и заочного, лучшим учителем ОБЖ в области стал Сергей Иванович Царьков из Хилковской школы. Во-первых, я не ожидал, что стану победителем, потому что уровень выступлений учителей был довольно-таки очень высоким, особенно после тех презентаций, которые сегодня показали. Видно, что учителя ОБЖ работают на полную катушку, то есть они выкладываются полностью. Организаторы обещают, что областной конкурс «Лучший учитель ОБЖ» станет традиционным. Мария Шпакова, Андрей Авдеев, «Новости губернии».
Игроки и ветераны самарских крыльев Советов смогли почувствовать себя настоящими филателистами. Сегодня на тренировочной базе клуба происходило гашение почтовых марок. Это уже четвертая серия, которая специально изготовлена к чемпионату мира 2018. Ее герои – прославленные советские футболисты. Кирилл Козин следил за сокровенным для каждого коллекционера ритуалом. Легенды советского футбола на почтовой марке. Семеро известнейших игроков – герои четвертой серии почтовых знаков, изготовленных специально к чемпионату мира 2018. Раз, два, три. Отлично. Честь погасить марки первыми предоставили ветеранам самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Конечно, незабываемый, тем более в первом гашении одно было. Сейчас как раз те люди, с которыми я играть не играл, но с которыми я общался, Эдик Стрельцов, Бубукин, то есть и Валентин Иванов, мы встречались просто уже после того, как они... Поэтому очень приятно вот вспомнить. И, конечно, больше всего это то, что чемпионат мира, конечно, будет у нас. Всего было погашено два комплекта марок. Первый пойдет в музей Самарского отделения Почты России, а второй останется на базе крыльев. С сегодняшнего дня четвертая серия марок чемпионату мира официально входит в оборот. Введение в оборот этих марок. Сегодня мы ставим на них уникальный штемпель первого дня гашения. Вот. И я считаю, что это мероприятие очень знаковое и для филателистов, и для футболистов в том числе. Теперь у самарских филателистов есть шанс получить новую серию марок со штемпелем первого дня гашения. Заветный штамп можно будет получить сегодня ровно до 12 часов вечера на главпочтамте по адресу улица Ленинградская, 24. Кирилл Козин, Сергей Костин. Новости губернии. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Губерния. Радио «Губерния». Ловит вся область. Вы слушаете «Радио Губерния» в студии... Радио «Губерния». Поймаем без прав... Тихо. В ближайшее время на нашей волне Леонид Агутин, певица и геолог... Пишите, только с 8 по 13 декабря фирма «Алга» проводит акцию. Успей купить шубу со скидкой 20% в «Экспо Волге». Десятого декабря в Самарской области пасмурно, без существенных осадков. На севере и западе региона днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 1 градуса. На востоке и юге немного теплее, до 3 градусов со знаком плюс. В Самаре и Тольятти в дневные часы столбики термометра покажут 1 градус выше 0. Ночью характер погоды не изменится. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду.